прошу обратить внимание, Артур, вот, Злохан. Они тебя не увидели, Шма. Здорово, Шма! О, брат мой. Как ты, родной? Ебать, рад видеть. Ебать, ты пахнешь, слышь, сексом, бро. Брат, я к тебе готовился. Идем с дороги, сойдем, тут машина движется. Брат, я здесь провожу. Ты еще такое? Один двигаешься. Ебать, ты пахнешь, я твой рот убрал. Ты вот, тоже, блядь, ты именно понял? Да заебал, я в секонд-хенде был, блядь, что-то наебываешь. Ну вот именно, я хотел что-то подобрать. Шма, ебать, а куда ты идешь? Покурим, братан, покурим. А у нас там машина уже готова все. У вас место Е? Да, когда не Е, блядь, ты видел нашу машину? Сейчас охуеешь. Как тебе вообще, ты первый раз здесь? Нет, я второй, я здесь был уже. Хуйня город даже. Я здесь катался, братан. Как тебе Вена? Места надо знать. По Вене дадим жарко просто. Вот это мне уже... Шма, бля, я заебал только что охранника. А вот ты сейчас Сэма давно не видел. Сколько вы лет? 6 не виделись, да? Я 7 лет Сэма не видел. Ебать ты ворона. Братан, я не стригся, я специально. Брат, здесь все пишут Куз Лохан. Братан, я должен был завтра стричься, но я приехал. Смотри, смотри, он типа делает вид, что тебя не видит. Все-таки на серьезном, да? Сэм! О, злыди, здорово! Привет. Сколько лет? Как ты? Бля, нихуя ты, бля, здоровый стал. Артур. Мама. Брат, а ты бы на этом двигаете? Да, нормально, как. Прокопчик, можно дать прокопчик, понял? Я вот так иду, брат. Приземлился на эту. Слышь, как ты летел, Шма? Охуенно, брат. Сейчас летел. Сейчас лететь с Варшавы сюда. Ебать быстро, брат. Бля, охуеть, ты как будто с хаты вышел. Да-да, что тут лететь вообще? Я проснулся, растыкался, потрапезничал. Да, брат. Шма, вы где-то живете вообще? Брат, Авалона ждем, где он? Брат, он на границе. В натуре? Реально? Сколько ему ехать? Он был на границе, когда я сел. Ну, от границы. Кошатик. Ну, огреешь мне его. Бля, он как сейчас бедолагов, сейчас мы... Какая тебе пизда, Шма? Ебать, ты в какие руки sorry. Попал, блядь. Такой сори, блядь. Здесь так и... О, девушка, вы с России. Бля, я здесь его так палю, понял? Каждый вообще мне похуй, Шма. Брат, надо... Вот они с Румынии. Ты когда последний раз в Европе был? Вот первый раз. Первый раз в Европе? What's up, bro? How are you, brother? Заебись, а. Шма, ты не будь стеснительным, брат. Мы только приехали. Боялись 7 интроверты, брат. Брат, один раз показывай. Брат, не мешай, заебал. Только прилетел, братан. Ты кушал в аэропорту? Ну я в самолете кушал. Че халал? А ты бизнесом летел, только честно? Да. Бля, сколько не будет он двигаться? Косарь. Евро или долларов? Баксы. Бля, я путаюсь, ну какого хуя, где-то евро, где доллары, блядь. Бля, я тоже. Просто, братан, дал или нет? Братан, как лететь? Мне говорит, Вадя, 5 числа летим, билеты надо заранее брать. Билеты есть. Вот, я и полетел. Все правильно, что? Молодец. Найдите места, как я на седой покажу, я халал. Здесь? Красивый, нахуй. Посмотрите на вид вообще тут. Я поехал уже. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди, мы ключи заберем. Что у тебя там, Шма? Открывай, братчик. Что ты там? А, делаешь. Пробел будет тыкаться? Конечно, братан, работа же, работа. Пробел когда не тыкал. Пробел когда нет, блядь. А камеру не взял? Камеру не взял. Смакает, знаешь, чем качество имеет? Короче, наша задача будет. Можно фотку? Привет, брат. Конечно. Давай, братан. Давай сфоткаем, брат. Кто хочешь, брат, на полку положи. Он не лезет. Влезет, влезет, брат, чё я рубил русто, брат. Ты был в Вене? Да, я был в Вене, мали там вообще разъём. Да, все Вены пьес хвалят. Тут разъём. Тут но тоже? В Праге разъём. Братан, мы должны в Прагу заехать обязательно. Куда? Вы ебало звали. Вена, Прага, это вот так. А там кайфовать? Найс. Nice. Можно поехать в Вену, а через Вену поехать в Альпы. Горы, брат, я знаю локацию, мне скинут локацию. Так. Мы можем поехать в горы, там охуенный интернет, охуенные дома, горы, вот так, озеро. Я сейчас, прямо сейчас могу пробить. Это где? В Альпах. Это постарее... В Норвегию, да? Цюриха. Брат, не-не-не-не-не, Прага, Прагу надо обязательно. Едем. Давай, делай, по-братски. Погнали прямо сейчас. Все, бля, он молодец, сука, подкидной там. Погнали, аэропорт, нахуй нам тут стоим. Не-не, на машине едем, брат. Две машины будет. Костыч тоже, да, едет? А я не знаю. Эти линзы? Очки, тебе нужны очки? Не, линзы просто, основные. Я хуй знает, брат. А ты без линз ходишь? Да, зрение орлёное. Шма, это новый, да, Айкос, который? Бля, я тоже его купил, но стиков нету. Это новый Айкос у вас? Да, да. Новей здесь есть, брат. Как новей? Такой из чехла, из кожи. Это что значит? Нет, это два вида у них. Один вот такой, и второй вот так открывается. Он же не курит. Слушайте. Слушайте, а как мы залезем в карету в эту? Ты заебал, братан, это холодильник. Да, это морозильник, блядь. Я пацаны, ну вы Кирилл. На, постой. Я не стримил тысячу лет. Я боюсь говорить еще, брат, потому что я за фритки ебашу. Ебашь, ебашь, похуй. Ебашь ты его канал. Чувак, смотри, как мы ебашили, блядь. Я ебашу за фритки. Это его канал, можешь ебашить. Да, охуел. Злой. Поехали. Надо, блядь, долго. Да. Отдай эту же канату. Во-во-во. Бро. Блядь, он его осуждает. Куда? Он хочет. Вы хотите врез, да? Вы в отеле? Нет, у нас не отель, ничего, брат, мы отсюда выезжаем сегодня. А, так с кайфом. Мы сегодня в Вену едем, прям сегодня, брат. А отель в Вене у нас есть? В Вене есть, not yet. Давай найдем. Найдем, брат, у меня базар. Я сейчас найду. Делаешь, Шма. Один. Но когда ты знаешь какой? Один президентский люкс на всех, брат. Мы можем дать. Прям именно, чтобы все в одной хате жили, похуй. Вы хотите все в одной хате? Давай две хаты возьмем. Бля, ну дома в Вене хуйню снимать. Не, пацаны, знаете, какой мы дом в Вене сняли? Сейчас отель and two президент люкс. Вы кушали? Ну да.
Нам похуй. Но если ты голодный, мы с тобой за компанию. Да, мы за компанию посидим, как бы, нам похуй. Красивые. Я как долбоёб, и сам тоже мы пошли в грузинском ресторане хавали. Да, нам похуй. Ты что, грязище. Ты здесь местный ресторан бомбовый, знаешь какие-то? Конечно, брат, держи, я сейчас найду. Давай. Мы сейчас поедем. Скажи, я скажу. Он местного здесь живет. Местная кухня. Ты здесь живешь? Не, я здесь был просто. Здрасте. Не-не-не-не-не, сейчас где это дворец? Дворец, вот дворец. Давай тогда все, мы ключи взяли, поехали. Рыбский дворец. Let's go, Sam. Забайте их, что вы не так и подписали. Рыбацкий бастион. Тэ, пацаны, в Тэ подпишитесь. Бля, лучший он, сука. А мне... Я его рот ебал. Блядь. Хорошо, пацан, очень. У вас тут... Ты, вы местный, да? А у вас же тут есть музей, музей искусства на другом берегу. Да, брат, мы сейчас туда хотели поехать. Да, вот этот музей, там еще стройка идет сейчас. Достраивается. Да, да, да. Вот, как раз там едет этот рез. Погнали. Ну, откуда все знает здесь? Он заебал его, он хуй. Погнали? Поехали. Дай покурю шмат, забей меня один. Давай забьемся. Не-не, там у него наркоманская. Слышь, а где можно? А где можно будет дать? Есть? Кексы. Кексы в Вене, тут нет. А, в Вене делаешь? В Вене найду, да. Может, я на таксу упаду? Такой такс, да поместимся, посадись, брат, похуй. Вперед садись, с кайфом. Вперед садись, мы сзади вместе. Самый маленький, сзади садись, давай. Заебался стримом, это ха-ха, садись, заебал. Садись. Злой, садись, заебал. Бля, ну я... Тупанный в рот, бля. Пока, бля. Как тебе место? Шмат, только чуть вперед, дай, я так пофиг. Зара. Зара? Ну да, он Зара одевается. Копать дайте, на? Да. Копать, бля, брат. Кир Герингуя. Я твой рот не знаю. 20 километр галактик. А, да, в натуре? Да. А, брат, поменяем, да, сейчас машину? Ну да, говорю, да, посмотри. Сколько осталось, брат? 20 километров. Охренеть. Погнали, пацаны, ну и она поедет. Бля, хуй его знает. Она сейчас ебать посаженная, брат. Мы еще. Шма, она же это, да, лопается, шма? Да. Водитель, смотри, какой под машиной. Лопай губками. Губками работай. Делаю. Не втягивай, не вытаскивай. Не, а что ты сделал, Рина? Здесь это капсула, понял? Еще дает? Холодок, она с ментолу. Пиздует немножечко под рукав. Че, да рассказывай вообще, как тебе в Варшаве? Брат, с кайфом живу, но может на весну перееду. Если он сказал бы тоже. В Испанию? Испаньола, maybe. Посмотрим. А ты в ОМЖ сделался? Про доки, братан, это лучше без стрима, там да. Столько рассказывать, ебало можно завалить. Пацаны сделали себе. Все нормально. Пацаны сделали. Я знаю, пацаны, ладно, я без стрима расскажу вам, есть пару приколов, что можно рассказать, на стриме не могу рассказать. Никак. Да похуй, расскажи, у нас все свои здесь. Да, братан. Брат, тут всего реально 14 тысяч человек, больше нету. Так, сколько? 14 тысяч. Ох, ебать. Нихуя себе, я уже забыл, как на Твиче стримить. Последний раз я в Сербии с пацанами двигался. Нихуя, ты тогда с Барби стримил на Твиче. Так, ты брат, пиздишь, блядь. Брат, ты... а с ты, Барби, блядь... это совсем другое, а есть вумен тут? А ты... Не-не, брат, в прошлое не макаемся. А варят? Как говорится. Ну один... Брат, если как называется? Не-не, скажи туда. Братан, там... Кто? Туда, я? Я нахожу, я не брат, помню, брат, вещи домой поставим, да, давай? А зачем они нам... Нафиг надо, пойдем. Вообще, а тебе далеко там здесь? Нет, брат, близко. Давай вещи домой скинем и все на чистом. И другую машину возьмем, аккуратно поедем. А сколько у вас автопарк свой? Ох, че? Да, бро, у него дохуя тачек. У них автопарк свой, брат, они такси. Везде свои люди есть. По Вене, бля, в Вене. Мы уже 4 года знакомы. А, нихуя себе. Бля, свой, ебать, по Вене нас поправить. Пацаны, классно. Хорошо, я знаю маршруты, у меня есть идеи. Классно, вы охуеете. Да, если хотите по Европе, именно красоты, вы что хотите? Да. Вы брат, хотите? Ну просто вот тур вот покайфовать. Просто типа ехать с Вены в Испанию, это хуйня полная, да? Я сразу говорю. Ехать очень долго, ехать несколько, ну, ехать брат, сутки. Да? Мы можем, сутки, брат. Братан, тут, в этом районе. Что? Мы не в Испанию едем. Не в Испанию нахуй. Брат, послушай, есть вот маршрут, допустим, Вена-Прага, но перед Прагой заехать в горы. Ну, увидеть, да, вот да, именно разъёб увидеть. Я локацию возьму, да, да, мне поедем. Предлагала булочка, булочку, знаете? Да, да, да. Булочка предлагала поехать туда, там горы, там от Праги 5 часов ехать. А мы как раз будем в Вене, это ближе в разы, там часа 2 будет ехать. Бля, там мне горы. Нравится, что можно снять понял, домик, бро, там домики, да, да. Мы снимем ебанутый дом, вот так, как будет в ТикТоках, блядь, видел? В натуре? Как в Инстаграм рилсе. А гоголеби будут? Кто? Возьмем в Вене конфеты и поедем в дом. Блять, вот конфеты, Вена, сушняк, шоколад, кола, холодная, Red Bull, он сверху дать и похавать. Но если хотите, хочешь в Паверу пойдем в Копенгаген, это не тоже не сильно далеко, в принципе. Норвегия. Копенгаген. Копенгаген недалеко, но там будет охуенно, там мост, который... Шо, помни нашу фразу с Армы про Мустанг? А я не помню. Блять, натурально. Я забыл, братан, честно. Охуеть. Так, наушники, я думаю, утилизирую. Со временем. А ты расскажи. А во что, а вы финансы, вы по финансам ездили? Мы взяли финансы нормально. Что за финансы? Имеются. Финансы, про деньги это. А брат. У меня на этом, понял, на Apple Pay. Чепс. Да ну нахуй. А да, что? Да. А у тебя что, нет? Братан, злой, ну у меня вспомни. Тоже есть. У меня ограничения тоже есть здесь, но у меня все нормально с этим. Не, у меня все на грузинской карте, понял, шма? А, так это вообще разъебал. Я просто оплачиваю везде Apple Pay и все. Я взял чуть-чуть кэшек. Тоже стримит блогер. Он, брат, популярный блогер, но
Он сейчас в другую ветвь ушел, понял? У нас ветви есть. Какие, брат? Понял? Пробел, shift и ERL, понял? Мы в ERL, мы пока не дошли до шифта. Там shift, shift, там именно ты как араб становишься, понял? У арабов же тоже есть? Ох, блядь! У арабов, типа, вот знаешь, есть шейхи, есть простые мирные жители. Понял? Вот мы мирный житель, он шейх. Страны. Мир, привет! Мы здесь, мы в городе! Дуля, привет! Посмотри. Гриша, привет, Гриша! На твоем седане вот этом, помнишь, маленький... Тихо, не ударься, брат! Ебашим на твоем маленьком, спиздили у тебя. Ебал, брат, прикатывай в Европу, дадим копоти, или мы к тебе сами, блядь, прикатим. Но лучше ты к нам, конечно. Как возможность... Уже на колесах! Ты на колесах, мы тебя тут покатаем. Он под колесами. Really? Точно. Пыль по полю бежит, колес. Посмотрим. Я с ним только вчера с ним созванивался, с пенсионером. Что он говорил, работает? Вася, он лысый нахуй. Брат, я сейчас покажу фотку его. Я видел. Не-не-не-не-не, я его там в зале, как он занимался. Брат, а у тебя копоть есть? У меня все есть. На, брат. Что угодно, что захочешь. Подожди, хуй, главное. Как говорится, от... Братан, ебашит в зале, вот сисечка это. Бля, я хочу со злым кексы похавать, пиздец. Красота, нахуй. Бля, Слоня, знаешь, какую историю рассказывал? Батя Антон называется. Тогда, кстати, брат, а с хуя девочкой был? Хочешь, я то, что рассказывал, то, что злой, помнишь, тебе тоже девчонка в Турции рассказывала, как у нее сын дома ждет? Это злой был. О, лягушка. Рассказывай эту историю. Давай, рассказывай. Можно рассказать? Конечно, братан. Короче, мы с тёлками в Стамбуле. Злой мне дал свою одну комнату стримерскую, а он у себя, понял? Братан, не все так начиналось. Мы были у Генсухи на днюхе, и я в говно был нахуй, синий, пьяный. И я говорю, я когда бухой, я вкидываю всякую хуйню, думаю, может кто-то согласится, может нет, но мне именно похуй. Я вкидываю, а давайте возьмем 5... Ну, девочек фришных, да? И покатим ко мне на хату. Я думаю, ну кто согласится на эту хуйню? Тебе говорят, погнали. А ты какой был тогда, пьяный или? Вася, я был вообще не в себе. Ну, нам пизда была. Нам пизда нахуй была. Нас всех накрыло. Я еще не пил тогда 2 месяца, потому что на спорте двигался. Да. Вася, мы едем. Там у нас был Азим, Кент Азим. Я думаю, все знают в чате Азима. Азим находит 5 подружечек, 2500 баксов. Ебало же бойдюк. За 5 подружек 5,5. Да. 2,5, братан. Именно приезжают, именно, ну именно... Вообще, ну, да, пиздец? Ну именно нахуй. Просто да. Нахуй, а понял? А что пишут Азим и такая скобочка, типа, ну потому что, ну, Азим, бумер он, блядь. А. Не, он такой, понял? Братан, приезжают именно одна красивая, пацаны облепили красивую, но не гасили. И то попиздеть с ней, попиздеть. Ну там... Ренат тоже уже там намялкал, он Ренат вел себя, бро, ну именно понял, как он знает их, как будто, понял? Да, он, да, да, будто... Ренат такой, бро. Так, а я думаю, ебать, я еще синий думаю, ну нахуй я заплатил за это, и что, ну я не хотел пробовать, думаю, ладно, попробую, беру откуда-то, такую древнюю. Беру древнюю. О, брат, вот сейчас тут тоже приземлимся нормально. Да похуй приземляйся, брат, своих. Понял, беру древнюю малую какую-то, несу в комнату. Ну, да. Конечно, контрацепция, все. Ой, Вася, ну, а у меня вообще, ну, ни туда, ни сюда не встает, не двигается, потому что мне некомфортно нахуй. Потому что это первый раз... Не понял, почему у тебя хуй не стало? Братан, это первый раз, ну, я никогда не пользуюсь данными услугами, я подумал, блядь, ну, раз я заплатил, ну, надо попробовать. Она ведь там тебе массаж не сосала? Братан, ничего. Так она вообще, ну, никакая, понял, ну... Подожди, объясни мне на языке древней, это что значит? Старенькая. Типа, ну не старенькая, ну такая, ну немножко... Потрепанная. Ну, рипится такая, поморщенная. Какое? Понимаешь? Ну рипится, вот когда кожу трешь, такие комки собираются, когда не мылся. Вот это... Ну она не такая уебищная была. Многие не знают, покажи татушку, где мой ник набит. У него мой ник набит. Да, кстати, у него ник набит. Не, именно где мой, покажи. Брат, давай выйдем в тачку. Послушай, и суть в чем? Ну я говорю, ну давай как-то, ну поднимай дружбана. Один вот презик, та пососет. Сосёт. Я говорю, блядь, пиздец, говорю, я еще не привык, она такая, а я не шлюха, я не, ты сам, ты тоже пойми меня, у меня муж, ребенок дома, мне же надо как-то бабки зарабатывать, и сосет в это время, братан, я и нахуй словил кринж страшный. Да. Я ей говорю, ладно, короче, ладно, давай закончим на этой хуйне, все, говорю, аливидарчи, блядь, давай уебывать, и все, я ничего не смог. А подожди, а вот это продолжение, что Ренат рассказал, что он всех трех выебал. Я двух выебал. Он двух там, да. Там у нас еще, не хочу про него говорить. Ну, блядь, ну я не знаю, я просто мне неловко, я за себя могу рассказать, других не хочется рассказывать. Не палишь, да, Жма? Да, да, да. Делаешь, ну, все правильно. Не мое. Типа, неловко, все... да. Ну, было весело, но в конце там одна малая зарядила, вам всем пизда, сейчас залетят пацаны, вас наебашут. Рена, давай сюда, потому что... Да, она выебалась, я говорю, кто не позовет ее маму, и я начал... Она говорит, мы заплатили, а, давай, да. давай вот эту... Отрабатывай, блядь. Отрабатывай, ну, не, ну, ну и нахуй, вали тогда отсюда. Ну, бля, ебать тебя легендарные фразочки злой. Шма, на зеленый. Зеленый, что этот не... Нихуя ко мне. Злой, брат, да. А где можно мемы найти? Тут-то? Мемы.
Мем ФТХ, брат. Ха, не стал, бля. Мы же тогда, брат, к Ваде залетели, понял, на эту движуху. И он говорит, пацан, тебе заходить в ТГ. Я говорю, не, брат, так люди не зайдут, понял. Да, скажи, да, правильно. Да, да, да. Я говорю, ТГ, ой, я говорю, ТГ это рабы. Я когда слышу ТГ, того рот ебал, у меня сразу ассоциация с пробелом. В итоге ты по пизде застучал и выкинул ее. Братан, я ничего не сделал, сказал, теряйся нахуй. Не, ну по пизде постучал хотя бы. Нихуя не стучал, ну что, да, чем стучать? Даже бонуска не выпала. Вот этим, блядь, корнишоном обвяленный, она ничего не сделала. Знаешь, когда перец вяленый такой, сука, он вот такой, бля, блядь. Сука, злой долбай, бля, буду, бля. Бля, злой молодец, спасибо. Бля, злой пиздец, брат, а вроде бы. Да я не жалею об этом, пошла она нахуй. Не, да не, про то, что ты вайба дал, пиздец. Ебать свистит хуй именно. Муж, ребенок, блядь. Пиздец, как можно, ну что мне, должно это возбудить? Нихуя у тебя муж, ребенок, да, зарабатывай бабки, даю в рот. Бля, нахуя он тебе это рассказывал, реально, нахуй тебя. Бля, вспомни, как я зашел помыться, пока вы ебались, пока тебе сосало, бля. Братан, он еще заходит, я думаю, ну, мне, понял, мне вообще похуй было. Но он заходит, и эта картина, и мне, ну, вообще, ну, не по правилам, бля. Голый, знаешь, как пахан заходит. Я говорю, не отвлекайся. Отвлекайся, бля, да ну нахуй. Ну да, ну было весело, честно, было очень весело. Но на следующий день так хуёво было. Я сейчас, да, Ренат правильно сделал, что он ему так словесно в рот дал. И не только словесно. Да, я уже. Брат, а нахуй он тебя реально грузит своими там какими-то, бля. Так это не она, другая, понял, там, ладно, симпатичная, никто ее, ну, тупо обсели типы, но там были типы, которые не хотели совокупляться. Обсели ее и свистят. Мы говорим, ну нахуй ты приехала, подпиздеть. Я сейчас вспомнил. Помнишь Прагу этот, Карл Вавары? Бля. Как ты тёлку охомутал, а выебал её павер. Бля, да там, бля, там вообще, братан, там такая история страшная. Похуй, это все знают, рассказывали. Могу рассказать тоже. Да все короче, знают, на стриме-то рассказывали. Короче, такая тема, пацаны. Карловые Вары — это Прага. А Карловые Вары — это пенсионат для пенсионерок вообще. Все правильно, мы же там были. Стареньких, да. Но суть в том, что меня, ну, на то время, ну, я скажу вот так, посредством, это был 17-й год, 18-й, у меня было, ну, там, может, в сумме 10 тысяч долларов вообще все деньги. Понял, кто я ебашу каждый день. И Павер говорит, я не хотел лететь, а он говорит, бро, брат, ты тёлки, тут разъёб, вот нахуй, все, лети, да, пизда, прилетай. Забайтил, и он меня три раза байтил, я на третий раз забайтился, полетел в Карловы Вары, прилетаю, брат, там не то, что тёлки, там именно пенсионерки, старухи, деды, ну вообще, ну нихуя молодежного, там только казино и суши, которые вот так едут, блядь, суши, которые надо ловить, понял, и кушать. Да, а это не в Дании было, это? Не-не-не, это Карловые Вары, да, я никогда их не забуду, и куча этих источников, нихуя там нет, брат, вот тупо нихуя, я там на неделю, я помню, снял хату за 1000 ебаных евро. Братан, я там проебал 5000 евро, ну именно пол своего бюджета, который я там 2 года работал. Мы же еще в казик, да, играли там? Да, я, ну 2 года я ебашил, и половину там ебал, блядь. И суть такая, ну уже какой-то 5-й день, но мы уже коптимся нахуй. Павер руки стер. Стой, коптимся, объяснение? Копчение, ну, брат, ну не... А, маринуешься? Да, не подруг, нихуя, пенсионер тоже ничего не нарешать не может. Я думаю, блядь, хоть бы какую-то вумен, не то чтобы гасить, то чтобы попиздеть, хотя бы посмеяться. Да, да. Дать пиво с ней какого-то, правда, все-таки. Что я делаю, братан? Рассказываю метод. Сейчас так не знаю, работает или нет. Но я захожу по локации Карловы Вары в Инстаграме, да, и смотрю все новые фотки, да, кто молодые там есть. Это Баду, блядь, Тиндер, все ищу. Нахожу в Инстаграме какую-то мамашу. Вижу с ребенком, но вроде бы симпатичная. Показываю деду. Деда говорит, ку. Я ей пишу, ку, тыры-пыры, как дела, что делаешь? Говорю, мы вот 2 типа, местные, вся хуйня, нехуй делать. Сама понимаешь, ну именно для таких, как ты, местяк. Давай, говорю, к нам прикатывай. Давай посидим, попиздим, все нормально, не переживай, пивка ебанем. Она говорит, только ну, нихуя себе. А ей, ну там 30+. И пенсионеру нашему тоже, блядь, не молодой. А он не пьет вообще ж, не курит. А я именно чуть-чуть выпиваю, и он говорит, так, давай не скажи. С ней. И мы с ней садимся, бутылочка виски, пам, алкоголь, понял, пум-пум-пум, напились этого алкоголя, я синий, она синяя, да. Блядь, повеселились, попиздели, ой-ой-ой, блядь, может перевернуться еще? Можно, можно. Посидели, попиздели, да. Я пошел спать, а Павер пошел ебашить, тупо грязно нахуй. И потом орал меня, ты ее хотел трахнуть, да нахуй мне вот это, world money, вот это, кунаться, нахуй money. Надо, блядь. Кунаться, блядь, ебать, откуда у него фразы эти, блядь? Да, пиздец, знаю, вот, но именно тоже, блядь. Знаешь, почему старые женщины охуенно трахаются вообще? А. Потому что думаешь, что это в последний раз, братан, блядь. Нахуй оно надо. Шма, а, блядь, там если не секрет, я не знаю, это можно говорить или нет, блядь. Ну, если секреты, нельзя раскрывать секреты. То, что вы там в ванной делали, это можно рассказывать или нет? Да ну нахуй, ты с Павером ебался? Да не, брат, ну у нас был вот это Ice Bucket Challenge, блядь. Бля, это секрет был, а Павер взял, спалил на стриме, я помню. А Павер все рассказал первый день, я ее трахнул, да, я красавчик, ебать, чем гордиться, блядь. Он бедолагу зачморил, бля. Не, ну там в казике работала такая вумен, симпатичная. Бля, белые волосы, такая какая-то шведка. Что, братан! Что мы делали? Мы только казик там играли. Мы суши ели, казик играли. Пиздец, я так, ну, в Карловы Вары никогда в жизни не поеду. Если вы скажете, что мы едем в Карловы Вары, пацаны, едьте сами. А мы хотели поехать в Карловы Вары. Блядь, вот там именно повисим, страшно, пацаны.
Но там, кстати, очень красиво, без шуток, там архитектура ебанута красивая. Что там? Архитектура. А в целом, ну это мне хуй делать. Ну классно, так двигаемся. Тачка, бля, я помню твою еще историю, как вы на гаражах дрочили. Брат, все будем вспоминать всю жизнь мою, да, блядь? Нахуй нет. А ты сейчас пьешь вообще? Вот пойдем дрочить. Алкоголь, ну редко. Что? По поводу. По поводу, без повода. Ну не знаю, ну надо что-то такое. Надо что-то именно, ну если пить, то... Должно быть, зачем, а если просто, нет смысла. Согласен. Ну все, соберемся толпой же. А что вы тут делали? Брат, мы же это же как лобби, понял? Мы здесь все должны стакнуться, понял? И отсюда вот дадим. Встречи, брат. Понял? Yeah, location, yes.